Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Снеговик, Фишмен. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, скажите веселые слова. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы будем убегать от классных монстров-котопсов, которые могут не просто гоняться, а еще и ходить по стенам. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Раз, два, три, четыре, пять. Для начала у нас будет 5 только штук. А, они не умеют двери открывать. Давайте мы удалим двери, чтобы мы не могли читерить. Прощайте. Да почему они убиваются одного раза? Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Блин! Они тоже вас убивают с одного раза или только меня? Нет, со второго. Окружили! Да блин, они какие-то психи, пацаны! Так, я иду вовнутрь дома. Они меня тут не найдут. Я буду смотреть через окно, найдут они меня или нет. Так, я вижу, он там стоит. Зашел, стоит. Вышли, трутся. Ребята, он идет ко мне в дом. Я иду в шкаф. Я закрываю шкаф. Шкаф не закрывается. Они прям пацаны, прощайте! Жить. Блин, да почему шкаф этот вонючий не закрывается? Он зашел и убил. И ушел. Пацаны, убегайте. Это всего я поставил 5 штук. Представляете, если я поставлю побольше? Он меня так не достанет. Нет, он меня и так достанет. Не повезло. Это те монстры, которых ты просто не можешь убежать никуда. Они везде достают, они везде могут ходить. Я на домике. А они на домик могут по стене зайти, не ссы. Они возле двери. Я вижу, по крыше ходит, танцует. Ходит, возле а чё? Втроём. Пацаны, они могут спускаться по крыше, или они только подниматься могут? А. А, не спрыгивает просто, и все. А, я пока здесь постою, пацаны, а вы повыживайте. Да, я иду их выручать. Пацаны, спасатели идут на помощь. Так, пошли. Может, мы их зря выручили? Так, смотри, это всего 5. Так, отлично, пацаны. Тут ступеньки. Нет, мне показалось, что лестница есть. Глины? Ага, он хотел ударить. Они когда бьют, они немножко приостанавливаются. Поэтому у меня есть... А, они не могут на ходу убить меня. Пока я иду, я буду жить. Ну да, если даже рядом пройду. Нет, я леща отхвачу. Жестко. Пацаны, помогите. Ты где? Да я везде. О, вот тут он меня точно не достанет. Ну чё, давай, иди сюда. Пацаны, давайте все в грузовик. Давай. Запрыгивай. Нет, не надо, грузовик. Нет, пацаны, я передумал. Я хотел еще добавлять. А куда их добавлять? Блин, у меня вафли. Они и тут меня найдут. Музычка заиграла, это предсмертная веселая музыка. Ну, можно подобавлять, если мы их будем убивать. А, нет. Не надо пока, мисс, что. Выживаем так. Мы их дальше будем убивать. Нет, зачем я показал, где я нахожусь? А, они не могут сюда пройти. В подвале? Да. А я в доме на втором этаже сижу. Возле туалета. Ну, сральник это другое место. Я руки мою. Я тоже. Я, короче, могу сразу в туалет ходить и руки мыть. Можно наоборот, можно жить жопу мыть. Ладно. Да, потом уже. В следующей... Это будет в следующей серии. Они там трутся прям. Давайте режим полета отключу, чтобы пацаны не летали. Был выключенный. Кокос, давай, иди на разведку. Не ссы. А, вы пацаны пришли сюда? Их там нету? Идемте вниз. Ну, тут тут нет. Блин, давай сюда назад. Блин, убил кокоса. Ай, меня убили. А, он идет вниз. Когда я сюда прихожу, он идет вниз. Он думает, что я внизу. Да, интеллект не очень высокий, но мне нравится. На. Ой-ой-ой. Дамажит, пацаны, давайте проверим, убьет его или нет. Ушел. Он знает, что его может убить. А, ну что ты делаешь, кокос? Мы с тобой умные люди. Ой-ой-ой, да что ж она так дамажит сильно? Ай! Их изменили. Раньше она просто шипела, теперь прямо она как будто взрывается. Дамажит очень больно. На!
Блин, промахнулся, о, сейчас его гранаты закидаю, на. Есть, есть, попал, попал, попал. Вот это они изменили, раньше эти гранаты не... Ах, ты жабуха. Так, давайте возьмем вот эти гранатки. Димас, ты убил одного. Да? Убил, я видел. На, пацаны, помогите. Ого, там взрыв был мощный. На, папе. На. Вот это оно дамажит. Ух ты, ты что, я рядом возле чувака. А ну докину. Ой-ой-ой. Фишман вообще красавчик. О, давайте попробую ядер этот, воздушный удар. Все, пацаны, уходите из того дома. На него наведен воздушный удар. Лазерный. Я надеюсь, что... Ух ты. Вот это лупануло. Пацаны, давайте проверим, живой он? Да блин, это оружие не берет его. Давайте еще гранаты. На. И-хи-хи. Он идет до наших, пацаны. Он по гранате прям ходит, я вижу, и ничего не происходит. О, давайте попробуем ракетометом. Димас, я рискую жизнью, смотри, ты где. А где ты? Ух ты. Вы его видите или нет? Вот он. Ух ты, вот это мы открыли на них охоту. Ну, скорее всего, мы проиграем. Пацаны, давайте мы добавим... О, я знаю. Я знаю, что, может, это будет жестковато, но что делать? Ого. Сирена. Блин, у меня оружие не то в руках, чтобы прятаться. О, привет, сиреноголовый. Ой, котопёс. Уходи отсюда. Пошел, пошел, пошел. Пацаны, давайте, я вас верю, вы сможете. Идет, идет, идет. Стол мешает. Пошел за нашим. Страшный. Конечно. Сиреноголовый ходит, да, я вижу? Вот это кабан. Все, уходите с ним. Ай, блин, дамажил мне на 90 хп. До туалета, до туалета. Ого, что у нас там за окном творится. Представьте, так утром просыпаетесь, смотрите в окно, и тут такое вы видите. Я скажу, я бы, наверное, на улицу точно бы не захотел выходить гулять. Напишите в комментах, хотели бы выходить на улицу погулять, когда сиреноголовый ходит. Ого. Вот это вообще психи. Контент. Топ-контент, согласен. Че, пацаны, дамажат вас, да? На еще. Они хау. Они мне не дамажат. Почему? Не дамажат, да? На. Нет, не надо, за что? Тут еще и ядерный, это еще тут еще этот. Ух ты. Бедный Спанч Боб. Не, сиреноголовых. Это с этого пака они берут их оружие. Давай я покажу с какого. Ты только нас зря убиваешь, они не дамажутся вообще. Сейчас покажу. А, знаешь, какой пак надо? Надо Грейндвич Став. И там есть бомбы СЦ. Вот надо эти использовать. Давай сейчас парочку жахну, а потом ты. Давай СЦ 500. Среднего класса. Все, пацаны, я ухожу. Видите, сразу их задамажило. Хотя бомбы не ядерные, намного слабее. Прикольно. Смотри еще раз. О, я не знал, что нам надо заходить. Вот это мы устроили вакханалию. Давай еще раз этот пак. Давай, конечно, конечно, пацаны. Все для вас. Так, давайте, давайте, давайте. Мы сейчас разных поставим. Таких. Маленький. Смотрите. Ого, они прыгают. Получается, эти по стене лазят, а эти прыгают. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны, что творится? Я убегаю. Нет, ну я не успел убежать. И мы сейчас еще поставим. Ой-ой-ой. Пацаны решили сегодня по полному, да, оторваться? Да. Давай. А, у нас тут есть много сиреноголовых. Было, по крайней мере. Было точно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давайте выбежим, выбежим. За мной, пацаны, за мной ходят. А тут бомба. Давайте активируем. Тут пригвождать давай. Пригвождателем они не берутся вроде бы. Ого, давайте еще эти жахнем. Я с этой еще хочу взорвать. Бум.
Ну это было жестко. У меня же, знаете, с моего скелета кожа слетела. Ну наоборот. О, валяется. Так, вот пацаны, давайте очищай карту. И мы делаем эпический взрыв. Только давайте я его сделаю, хорошо? Давай. Так, я сейчас сделаю, чтобы нас не дамажили сиреноголовые. А. И будем взрывать их, так как у них очень много жизни. Те очень слабые, они какие-то дрыщены. Мы сейчас, короче, бомбу взорвем посреди карты. Стреляй. Бывает. Это, наверное, старые активируются. Пацаны, не надо взрывать. Ой. Червяков не надо. Вот это жесть. И начинаем. Пацаны, летите на крышу, чтобы вы увидели, что я буду делать. Кстати, да. А, задержка появилась. Не получилось. Подождите, пацаны, это была слабая бомба. Вот сильнее есть. Видимо, бомба затягивает друг друга. А, сейчас. О, они сирену подняли. Не нравится, да, пацаны? Мне нравится сирена. Ой. Плохело. Чё-то не берет их, пацаны, что так? Ого, тут... Вы видели, что тут в офисе творится? Да. Это жесть, тут все столы все перевернуто. Димас, на чип. Хорошо, давайте вот эти взорвем. SC-500. Блин, я убиваю вас, но не их, почему? Ты выжил. Как ты выжил? Как ты это сделал? Я сам не знаю, это магия. Пацаны, это сейчас такая будет мясо. Я улетаю. Ой-ой-ой. Там, короче, где-то бомб 20 ядерных. И хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылайте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.